Различные виды украшений для татуировок, браслеты, кольца, серьги и другие. В мире искусства и моды существует уникальное явление, которое объединяет два мира – татуировки и украшения. Украшения для татуировок – это не просто аксессуары, они представляют собой новый способ выразить свою индивидуальность и создать неповторимый стиль. Эти украшения дополняют ваши татуировки, придавая им новое измерение и глубину. В этой статье мы окунемся в мир украшений для татуировок, исследуем их роль в самовыражении и узнаем, как они вдохновляют нас на создание собственных уникальных образов. Различные виды украшений для татуировок, значение и популярность. Украшения для татуировок – это слияние искусства и индивидуального стиля, где кожное искусство сочетается с ювелирными изделиями, чтобы создать удивительные и оригинальные образы. Они предоставляют уникальную возможность не только выразить себя через татуировки, но и дополнить их символическими и красивыми украшениями. Этот захватывающий тренд стал более популярным, чем когда-либо, превращая человеческое тело в ок для творчества. Давайте погрузимся в мир украшений для татуировок и узнаем, как они меняют наш взгляд на татуировки и индивидуальный стиль. Татуировки имеют древние корни и множество культурных значений. Они были символами верности, религиозной принадлежности, боевой доблести и многими другими аспектами человеческой жизни. С течением времени татуировки стали более чем просто украшением, они стали способом самовыражения и самоидентификации. Сегодня татуировки являются популярным искусством, которое позволяет людям выразить свои убеждения, страсти и истории через изображения на их коже. В этой статье мы исследуем, как украшения для татуировок дополняют это искусство и помогают людям в процессе самовыражения и самоутверждения. Браслеты и браслеты-татуировки. Описание браслетов татуировок и их особенностей. Браслеты-татуировки – это удивительное сочетание классических украшений и татуировок, которые обрамляют запястья или другие части тела. Они могут быть выполнены в разных стилях, от геометрических узоров до цветочных мотивов, и их особенностью является невероятная детализация и реализм. Эти татуировки-браслеты могут подчеркнуть красоту рук и стать отличным дополнением к повседневному или вечернему образу. Популярные стили и дизайны. В мире браслетов-татуировок существует множество стилей и дизайнов. Некоторые предпочитают нежные цветочные узоры, подчеркивающие женственность, в то время как другие выбирают геометрические формы или трибальные узоры, чтобы выразить свою силу и индивидуальность. Популярными стилями также являются браслеты-татуировки с имитацией ювелирных камней или жемчуга, придающие им вид драгоценных украшений. Как выбрать браслет-татуировку под свой стиль? Выбор браслета-татуировки – это индивидуальное решение, которое должно соответствовать вашему стилю и предпочтениям. При выборе учтите свои вкусы в дизайне, цвете и стиле украшений. Также учтите, что браслеты-татуировки могут быть выполнены в различных размерах и могут охватывать часть запястья или занимать меньшую площадь. Это дает вам возможность выбрать татуировку, которая идеально подходит к вашему образу и стилю жизни. Кольца и кольца-татуировки. Варианты кольцевых татуировок. Кольца-татуировки – это уникальный способ украсить пальцы и выразить свою индивидуальность. Существует множество вариантов кольцевых татуировок, начиная от простых и тонких линий, охватывающих пальцы, до сложных и детализированных узоров, включая имитацию настоящих кольцевых украшений. Кольца-татуировки могут быть выполнены как на одном, так и на нескольких пальцах, что предоставляет бесконечные вариации для самовыражения. Символическое значение кольцевых украшений. Кольцевые татуировки часто несут в себе глубокий символизм. Кольцо, как символ бесконечности и вечной связи, может олицетворять чувства и отношения между людьми. Они также могут быть символами верности, духовности или личных ценностей. Выбор символики для кольца татуировки позволяет вам передать важные послания и истории, которые важны именно для вас. Идеи для дизайна кольца татуировки. Идеи для дизайна кольца татуировки могут быть разнообразными. Вы можете выбрать что-то классическое, наподобие обручального кольца, или экспериментировать с геометрическими узорами, листьями или абстрактными формами. Многие также предпочитают дизайны, которые окружают целый палец, создавая эффект украшения. Словом, возможности дизайна кольца татуировки ограничены только вашей фантазией и стилем, что позволяет создать уникальное и индивидуальное украшение. Серьги и серьги-татуировки. Описание серьги-татуировки и их виды. Серьги-татуировки – это уникальный вид украшений, который объединяет татуировки и аксессуары.
Они могут быть выполнены в различных стилях, включая имитацию серьги, висящей сухо, или абстрактные узоры, декорирующие уши. Серьги-татуировки предоставляют возможность украсить и подчеркнуть красоту ушей, не прибегая к реальным украшениям. Они могут быть как деликатными и женственными, так и яркими и экстравагантными. Как подчеркнуть красоту ушей с помощью татуировок? Серьги-татуировки могут помочь подчеркнуть красоту ушей и лица. Правильно выбранный дизайн и местоположение могут создать визуальное восхищение и придать элегантности образу. Например, имитация серьги может придать дополнительный шарм вашим ушам, а абстрактные узоры могут подчеркнуть вашу оригинальность. Этот вид татуировок может быть использован для подчеркивания индивидуальности и дополнения вашего стиля. Тенденции в дизайне серьги-татуировок. Мир серьги-татуировок постоянно развивается, и существует множество тенденций в их дизайне. Некоторые из них включают использование геометрических узоров, цветных акцентов и имитацию драгоценных камней. Также популярными стали серьги-татуировки, которые охватывают область щеколды или ушной раковины. Эти тенденции предоставляют бесконечные вариации для создания красивых и оригинальных украшений для ушей. Украшения для других частей тела. Описание украшений для других частей тела, шеи, пальцев, ступней и д.р. Украшения для татуировок не ограничиваются только браслетами, кольцами и серьгами. Они также включают украшения для других частей тела, такие как ожерелье, обручи, украшения для пальцев и даже ступней. Украшения для шеи могут быть выполнены в виде жгутов, колье или подвесок, украшая эту часть тела. Украшения для пальцев включают кольца, имитирующие настоящие, и кольца-татуировки для украшения пальцев. Даже ступни могут быть украшены татуировками в виде браслетов, узоров или цветочных композиций. Как выбрать украшения для разных участков тела? Выбор украшений для разных участков тела зависит от ваших личных предпочтений и стиля. Например, украшения для шеи могут подчеркнуть вашу женственность и добавить грацию, в то время как украшения для пальцев могут придать вам уникальный и дерзкий вид. При выборе украшений для ступней учтите сезон и стиль обуви, которую вы планируете носить. Украшения для разных частей тела могут дополнить ваш образ и подчеркнуть вашу индивидуальность. Советы по уходу за татуировками в украшениях. Уход за татуировками, находящимися в украшениях, также важен. Они могут быть подвержены износу и выцветанию с течением времени. Рекомендуется избегать надмерного воздействия солнечных лучей на участке с татуировкой и использовать средства с защитой от УФ-лучей. Также следует избегать надмерного трения украшения одежду и другие поверхности, чтобы сохранить их яркость и красоту. Регулярный уход поможет продлить жизнь украшениям с татуировками и сохранить их великолепный внешний вид. Татуировки и ювелирные украшения, гармония и символика. Как сочетать татуировки и украшения для создания стильного образа? Сочетание татуировок и украшений может создать невероятно стильный образ. При выборе украшений для ношения с татуировками учтите стиль татуировок и их местоположение. Например, для деликатных и женственных татуировок, таких как цветы или птицы, можно выбрать нежные и подходящие украшения, подчеркивающие их красоту. С другой стороны, смелые и яркие татуировки могут дополняться экстравагантными украшениями. Гармония между татуировками и украшениями создает завершенный и индивидуальный образ. Символическое значение украшений в контексте татуировок. Украшения, носимые с татуировками, могут нести в себе глубокий символический смысл. Они могут быть не только дополнением к вашему образу, но и отражением ваших ценностей и истории. Например, кольцо с определенным камнем может символизировать ваше родовое место, а подвеска – важное событие в вашей жизни. Сочетание татуировок и украшений позволяет вам передавать эти символические значения и делать ваш образ более глубоким и личным. Знаменитости и их украшения татуировки. Примеры знаменитостей, использующих украшения татуировки. Множество знаменитостей в мире искусства, моды и развлечений придерживаются тренда украшений татуировок. Среди них можно найти такие имена, как 1. Рихана – это певица и модель, известна своими выразительными татуировками, которые сочетаются с ее смелым стилем и яркими украшениями. 2. Кара Делевинген – модель и актриса, она известна своими уникальными татуировками и использованием кольцевых татуировок. 3. Джонни Депп – известный актер, коллекционирующий украшения, включая кольца и браслеты татуировки.
4. Раби Рос, звезда сериала «Оранжевый», хит сезона, она носит стильные украшения татуировки, дополняя свой образ. Как они вдохновляют тренды в этой области? Знаменитости играют важную роль в формировании трендов в мире украшений татуировок. Их смелые и инновационные решения в области татуировок и украшений вдохновляют дизайнеров и художников на создание новых стилей и дизайнов. Знаменитости также помогают популяризировать этот тренд среди своих поклонников и поклонниц, укрепляя его статус как важной части современной моды и искусства. В результате, украшения татуировки становятся все более популярными, отражая стиль и индивидуальность каждого носителя. Развитие и будущее украшений для татуировок. Тенденции в дизайне украшений для татуировок. Дизайн украшений для татуировок постоянно развивается, и существует ряд актуальных тенденций. Некоторые из них включают 1. Геометрические узоры, геометрические фигуры, как круги, треугольники и ромбы, становятся популярными элементами дизайна. 2. Цветовые акценты, добавление цветных акцентов к татуировкам украшениям, что делает их более живописными и яркими. 3. Имитация драгоценных камней, украшения татуировки, имитирующие драгоценные камни, придают им роскошный вид. 4. Татуировки в стиле минимализма, минималистичные и сдержанные дизайны становятся все более популярными. Какие новые идеи и технологии появляются в этой области? В области украшений для татуировок наблюдается постоянное развитие и инновации. Новые идеи и технологии включают 1. Усовершенствованные материалы, использование более долговечных и качественных материалов для создания украшений татуировок. 2. 3D-печать. Технология 3D-печати позволяет создавать сложные и креативные дизайны, которые ранее были недоступны. 3. Временные татуировки. Развитие технологий временных татуировок, которые могут использоваться в качестве украшений и меняться в зависимости от настроения и стиля. С появлением новых идей и технологий украшения татуировки продолжат развиваться, предоставляя больше возможностей для самовыражения и стиля. Заключение. Украшения для татуировок стали невероятно важным элементом мира искусства и самовыражения. Они предоставляют людям возможность дополнить свои татуировки и подчеркнуть свою индивидуальность. От браслетов татуировок до кольцевых и серьги татуировок, эти украшения становятся неотъемлемой частью нашего стиля и нашего ежедневного образа. Украшения для татуировок помогают каждому человеку выразить себя и подчеркнуть свою уникальность. Они позволяют создавать образ, который соответствует вашей личности и ценностям, и в то же время они могут нести глубокий символический смысл. Они также отражают современные тенденции в мире моды и искусства, предоставляя бесконечные возможности для творчества. В заключение, украшения для татуировок – это не просто украшения. Это проявление вашей самобытности и стиля, а также искусство самовыражения. Они позволяют вам носить свои татуировки с гордостью и уверенностью, подчеркивая вашу индивидуальность и создавая гармоничный и стильный образ.